Уже 5 суток 200 домов Жанаталапа отключены от электричества. Единственный трансформатор находится в руках частника, хотя и был установлен в свое время за счет местных жителей. В последние годы трансформатор сильно износился, не выдерживает нагрузки. Владелец ничего менять не собирается, только исправно повышает тариф за свет. Цена за электроэнергию выросла до немыслимых размеров. Если предельный тариф составляет в среднем 15 тенге, то в микрорайоне Жанаталап местным жителям приходится платить по 40 тенге за киловатт. С такой несправедливостью местные жители мириться не намерены. Когда время приходит платить по счетам, все бегут к нам. Но когда нам необходима помощь, никого не найдешь. Наш трансформатор необходимо перевести на баланс государства, иначе никак. Мы платим по 40 тенге за киловатт. А есть ведь и недобросовестные жители, которые, так сказать, воруют электроэнергию. У нас нет даже электрика, чтобы найти и зафиксировать воровство. А честным гражданам приходится платить за кого-то. Представитель коммунального предприятия «Онтустыкжэлектронзит» взять на свой баланс жанаталаповцев пока не могут. Единственное, чем могут помочь энергетике, так это с подключением электричества. В подобных ситуациях, когда света нет столько дней, ответственные лица должны были подойти к нам, и мы бы решили эту проблему своевременно. Я еще раз повторюсь, цена за потребленную электроэнергию не должна превышать 14 тенге 84 тиин. Трансформаторов, находящихся в руках частников, в Шымкенте более 530. В этом году лишь 60 из них будут переведены на баланс энергетиков. Что касается Жанаталапа, то жители смогут получать качественное бесперебойное электричество лишь в 2018 году.